Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях Максим Сюзев, руководитель департамента маркетинга и развития группы компании «Автоимпорт». Здравствуйте, Максим! Здравствуйте! В конце прошлого года, как мы помним, в связи с кризисом, люди старались вложить свои деньги во все, что только можно, начиная от бытовой техники и заканчивая недвижимостью. В том числе скупали и автомобили. В связи с этим салоны стояли пустыми, нечего было предложить клиентам. Расскажите, как обстоят дела на сегодняшний день? Действительно, когда наступают тяжелые времена, люди сначала стараются потратить свои деньги на недвижимость, у кого не хватает, стараются либо поменять автомобили на новые, либо просто даже купить автомобиль, ну, для того, чтобы он был. Это может быть первый, это может быть про запас и так далее. Что было перед Новым годом? Перед Новым годом действительно был очень большой спрос. То, что касается, что автосалоны стояли пустыми. Ну, скажем так, автосалоны группы компании «Автоимпорт» пустыми не стояли. Наша компания работает достаточно серьезной аналитики. У нас есть долгосрочная стратегия развития групп компаний, поэтому эти события мы в некоторой степени предвидели. Может быть, мы угадали не на 100%, но тем не менее мы позаботились о том, чтобы автомобили у нас были. Я вам скажу, что пустыми мы не стояли, они у нас не кончились ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, и не кончились у нас сейчас. Покупают ли автомобили сейчас? Упал ли спрос? Конечно, тот спрос, который был обусловлен неким ажиотажем и паникой, естественно, он ушел, его нету. Ситуация стабилизировалась, что-то сейчас куда-то бежать, покупать, для того, чтобы только потратить деньги, смысла никакого нет. Автомобили есть уже во всех автосалонах. На текущий момент производители и дилеры предлагают достаточно хорошее условие потребления, условие приобретения автомобилей. Что стало хуже? Пропали в начале года, увеличились ставки и исчезли инструменты приобретения. То есть человеку стало сложнее покупать автомобиль в кредит. Поэтому его как бы какой-то спрос, он остался в отложенном спросе. Сейчас ставки возвращаются на прежние уровни, появляются серьезные программы лояльности производителей, появляются серьезные программы лояльности со стороны дилеров. Пришла весна. Это традиционный сезон замены, приобретения автомобиля. Вот уже высох асфальт, почистили улицы. Сердце автолюбителей дрогнуло. Тот, кто не купил, идет покупать то, что было его мечтой. Тот, кто хотел поменять, идет менять. Поэтому на текущий момент, сейчас мы ощущаем традиционное сезонное повышение спроса на автомобили. И приглашаем всех к нам. У нас действительно много отличных предложений. О них я, наверное, скажу немножко позже. Сегодня многие не могут позволить купить себе новые автомобили, поэтому покупают автомобили с пробегом. Группа компаний «Автоимпорт» занимается их продажей? Да, это совершенно отдельная и очень древняя тема. Начну, опять же, с конца. На текущий момент в дилерском комплексе на Есенина, наверное, все знают, где это выезд на Солочево, практически напротив круиза, где у нас расположен дилерский центр Volkswagen, Peugeot, Hyundai, до недавнего времени был, и Skoda, на втором этаже, на площади более 1000 квадратных метров, вместимостью более 100 автомобилей, мы открыли новый автосалон. А для Рязани проект достаточно уникальный, потому что такой площади крытого автосалона не было. Еще не было ни разу. Те ценности, которые мы хотим преподнести нашему потребителю, это качество, уверенность и комфорт. Пробегусь коротко по каждому. То, что касается качества. Мы берем автомобили, приобретаем, берем их по системе трейд-ин, когда люди покупают у нас новые или поддержанные. Кстати, что такое система трейд-ин? Это значит, что вы можете приехать и отдать нам в зачет стоимости, например, автомобиля с пробегом, свой автомобиль с пробегом. И даже бывают случаи, когда люди меняют автомобиль с пробегом более дорогой на более дешевый, и мы разницу возвращаем. У всех бывают разные ситуации в жизни, иногда нужно временно чем-то поступиться. Поэтому существует устойчивое мнение, что трейд-ин – это я приду, куплю новый, отдам старый. Совсем не обязательно. Система трейд-ин у нас действует на всех уровнях. Возвращаясь к качеству.
Мы все автомобили проверяем. Первое – юридическая чистота. Мы реально каждый автомобиль проверяем. Второе – у нас существуют программы поддержки наших импортеров. И мы проверяем с точки зрения технического состояния каждый автомобиль по 200 пунктам проверки. Если мы находим какие-то неисправности, мы их устраняем. Самое главное, мы даем гарантию на автомобиль с пробегом. Гарантия может быть разная. Она может быть на весь автомобиль, она может быть на отдельные узловые агрегаты. Конечно, стоимость автомобиля немного вырастает. Но самое главное, то, что касается, мы переходим уже к уверенности. Да? Покупатель приобретает автомобиль, во-первых, у юридического лица. И поэтому еще один из наших таких слоганов небольших – автоимпорт автомобиля с пробегом с 1997 года. Это реально так. Покупатель приобретает уверенность. А мы пришли на рынок не вчера. Мы не собираемся уходить с него завтра. Мы здесь надолго. Мы никуда не убегаем. Мы не скрываемся. Мы на месте. К нам можно всегда прийти и предъявить какие-то претензии, если что-то произошло с вашим автомобилем. То есть, первая юридическая гарантия, вторая техническая гарантия. Потребитель может быть спокоен. Автомобили у нас все находятся под крышей. Автомобили находятся в абсолютно подготовленном состоянии. Если вы хотите сами убедиться и осмотреть техническое состояние автомобиля, пожалуйста, на первом этаже у нас сервис, это занимает считанные минуты. Второе, можете выехать на этом автомобиле в сопровождении продавца на тест-драйв. Посмотреть его на ходу. И вообще оценить его со всех сторон. Какие еще услуги группа компании «Автоимпорт» может предложить своим клиентам? С чего начиналась группа компании «Автоимпорт»? С подержанных автомобилей. Когда-то возникла необходимость ремонтировать эти автомобили, которые были проданы нашей компании, поэтому открылась сеть магазинов автозапчастей. Она никуда не исчезла, не делась, она исторически сохранилась. Мы продолжаем поставлять автозапчасти для автомобилей иностранного и отечественного производства. У нас до сих пор существуют наши замечательные магазины на улице Дзержинского, на улице Новоселов, в городе Касимов и на проезде Яблочково, где, кстати, находится наш мультибрендовый сервисный центр кузовной, где мы принимаем автомобили там, старше там, 7, там, старше 5, старше 10 лет. Мы там принимаем любые автомобили, традиционно их ремонтируем. Это сервис уже очень-очень много лет. Соответственно, мы представляем наш портфель брендов. Самый старый первый – это Volkswagen. За ним появилась Skoda. Потом появилась у нас в портфеле у нас появился Peugeot. Потом у нас в портфеле появился Hyundai, Kia, Toyota. Две недели назад открылся дилерский центр Lexus. В этом году, я думаю, что это будет вторая половина года, мы собираемся открыть дилерский центр Mercedes. Он будет на въезде в Рязань, по правой стороне, не доезжая по 100 ГАИ. Те, кто часто едет в Москву, уже могут видеть, стоит уже застекленная коробка, мы уже близимся к финалу, к отделке. А сейчас автомобили Mercedes-Benz Van, коммерческий транспорт, продаются также в дилерском центре на Есенина. Ну и отдельно хочу сказать о такой вещи, как Lada. Она всегда была в составе нашего портфеля. Но мы реально видим увеличение ее роли. Мы ожидаем в конце года выпуска двух новых моделей, представления поступлений в продажу. Поэтому мы думаем, что будем развивать этот бизнес в городе. Думаем, что «Лада» будет продаваться реально больше, она станет лучше. Наш исконный, отечественный, родной автомобиль. Ведь сейчас в наших дилерских центрах, если касается Hyundai, да, при сдаче автомобиля в трейд-ин зачет, о чем мы уже говорили, мы предлагаем очень хорошую скидку на приобретение нового автомобиля. Реально, совершенно замечательно, она равняется 100 тысячам. Мало того, мы предлагаем достаточно большое количество услуг по кредитованию, и есть там замечательная ставка, по-моему, 3,5%. На страховку. Это хорошее предложение. Дилерский центр Peugeot в этом месяце предлагает кредиты с полной компенсацией по ставке 0%. Двухлетний кредит по ставке 0%, чтобы было понятно, откуда он берется, реально его компенсирует производитель. Вот. Поэтому, кто хотел реализовать с какими-то недорогими инструментами, пожалуйста, приходите. У нас достаточно большое количество машин. Мы готовы обсуждать индивидуально стоимость каждого автомобиля, работать индивидуально с каждым клиентом, пытаться исполнить все его практические желания, на грани разумного. Lada.
запустила государственную программу субсидирования. Почти половину кредитной ставки компенсирует реально. Очень интересно. Те, кто хотел купить автомобиль «Лада», у кого было в планах, самое время эту возможность реализовать. В апреле, в замечательный весенний месяц. «Кия». Наш дилерский центр «Кия» находится на Куйбышевском шоссе. Я всех приглашаю 18 апреля. Куйбышевское шоссе, дом 42. Это выезд из города, выезд в сторону Челябинском. На презентацию нового автомобиля «Кия Рио». И при трейдине скидки до 90 тысяч рублей они предлагают. Я думаю, что будет клиентам очень интересно нашим потенциальным. Спасибо, Максим, большое, что все нам так подробно и интересно рассказали. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы желаем вам побольше клиентов. Ну, а нашим зрителям желаем хороших автомобилей от группы компании «Автоимпорт». Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в новых выпусках. Oh,